Это одно слово, Оля. Одномандатно. Ты изображаешь я тишину? Частей, Оль. Так, хорошее слово, хорошая новость. Я бы тоже написала из трех частей. То есть, в принципе. Оля, три, это три слова? Нет, это одно слово. Я уже с вами, да. А, ты уже знаешь. Okay. Отлично, у нас Паша, еще раз. Длинное слово. Давайте перезагадаем. Длинное слово. Ну, вряд ли, я да, давайте, все, иди. У нас на два часа. Нет, в смысле, не уйдем. Я вот не могу. Может, кто-то не уйдет. Но я что?